Для начала процитируем общее понятие, под которыми подразумевается логос, в большинстве взятый у Гераклита Эфесского, как наиболее внятного из дешифровщиков мироздания, не подвергшихся давлению, заказу или влиянию. Самое распространенное определение термина «логос» — это совокупность следующих значений: слово, мысль, смысл, число, высказывание, речь, понятие, суждение. Вечная всеобщая необходимость, устойчивая закономерность. Под логосом понимают наиболее глубинную и существенную структуру бытия, наиболее существенные закономерности мира. Логос – критерий истины, начальный и конечный пункт метода упорядочения. Технический смысл слова, речь, расчет, пропорции. Все может быть трансформировано в любое другое. Единственное постоянное в этом процессе, устанавливающее порядок и последовательность кон изменения. Неизменный код изменений. Тотальная множественность вещей таким образом формирует единый, связанный, определенный комплекс, единство. Как первые эманации, логос объединяет собой весь мир идей, которые служат образцами творения. В сотворенном мире логос присутствует как внутренне оживляющая сила и судьба. Логос – река, единящая противоположные берега. Плетущий торс хаоса. Творческое начало слова вселенского. Воплощение идеи в материальном мире. Универсальная осмысленность, ритм и соразмерность. Разумный управляющий принцип. Кон. В свете космического логоса мир есть гармоничное целое. Однако обыденное человеческое сознание считает свой частный произвол выше общего кона и порядка. Внутри этого всеединства все течет, вещи и даже субстанции перетекают друг в друга согласно ритму взаимоперехода. Логос при этом остается равным себе. То есть картина мира, будучи динамичной, сохраняет стабильность и гармонию. И эта стабильность охраняется логосом. Логос Гераклитом соотносился с первичным космическим компонентом, огнем. Все произошло из огня и пребывает в состоянии постоянного изменения. Огонь – наиболее динамичная, изменчивая из всех стихий. Чистый, эфирный огонь играет определяющую роль. Поэтому для Гераклита огонь стал первоначалом мира, в то время как вода – лишь одно из его состояний. Огонь сгущается в воздух, воздух превращается в воду, вода – в землю, путь вниз, который сменяется путем вверх. Изменения между огнем, морем и землей устанавливают равновесие между собой. Сама земля, на которой мы живем, была некогда раскаленной частью всеобщего огня, но затем остыла. Огонь есть начало, материальная причина мира. Первая энергия – пневма. Древние стойки описывают логос как состоящую из тонкой материи, являясь эфирно-огненной душой космоса, обладающей совокупностью формосоздающих потенций, так называемых семенных логосов. От них происходит сотворение вещей в инертной материи. Неоплатоники трактуют логос как эманации умопостигаемого мира, формирующие и чувственный мир. Космические легенды Востока гласят, логос – это первое слово, раздающееся из безмолвия. Это первый звук, посредством которого начинается Вселенная.
это вибрация, или движение энергии, которая является одновременно и светом, ибо свет есть движение материи. Этот свет означает также мысль, которая дает начало дальнейшему процессу созидания Вселенной. Логос является Творцом Вселенной. Известно, что единство частицы и волны, так называемый корпускулярно-волновой дуализм, является самым фундаментальным свойством фотонов, которое распространяется на всю физику микромира, порождая некоторые, на первый взгляд, непривычные соотношения. Но известно, что родительские гены проявляются на всех уровнях иерархии. Поэтому и корпускулярно-волновой дуализм также проявляется на всех уровнях мироздания, а не только в физике микромира. Так, корпускулярно-волновой дуализм порождает концепцию атомизма и две основные формы материи – вещество и поле, то есть, это тоже единство частицы и волны. В макро- и мегамире царит единство структурно-функционального аспекта систем. Логос проявляется как род энергии, род вибраций. Все зиждется на вибрациях. Вселенная состоит из вибраций, они облекаются в основные формы материи, из которых развивается все многообразие. Материя, образующая объективный мир, есть эманация Логоса, ее сила и энергии – суть токи его жизни. Он пребывает в каждом атоме, все проникая, все содержа и развивая. Он – источник и конец Вселенной, ее причина и цель. Он во всем и все в нем.